Первый этап чемпионата по интеллектуальной игре «Что, где, когда» прошел в Белоглинском доме культуры. Эрудицию показали команды из 6 школ района. «Интеллект», «Легенда 11», «Умники и умницы», «Аурум», «Физмат», «Альтаир», «Патриот». Наконец открылся долгожданный сезон открытого чемпионата юношеской лиги по интеллектуальной игре «Что, где, когда» в 2023 году. Учащиеся белоглинских школ с удовольствием из года в год продолжают объединяться в этом добром и теплом месте в Белоглинском доме культуры, чтобы проявить себя, показать свою эрудицию, интеллект, командную работу, смекалку, логику, в принципе, все, что и нужно для успешной игры. Игра состояла из 3 туров. В каждом нужно было ответить на 10 вопросов. На протяжении всей игры ребята напряженно думали над каверзными вопросами, которые хитро запутывали игроков видимой простотой. Помогло командное взаимодействие. На одном из вечеров поэт 18 века Сэмюэл Дженсон, чтобы развлечь знакомых, сложил перед собой концы сюртука и сделал несколько прыжков. Дженсон, один из первых в Европе, увидел кого? Время. Время. Сдаем ответы. Итак, ответ. Кенгуру. Каждая команда старалась получить максимум баллов и заслужить призовое место. В конце 3-го тура даже образовалась спорная ситуация. Ребята из Альтаира и Патриота активно боролись за 2-е место. Сейчас будет задан дополнительный вопрос, но только для 2 команд – Альтаир и Патриот. Да, у нас спорный момент произошел. Сказки «Гарри Поттер» и «Комната секретов». Одним из предметов, преподаваемых на 2-м году обучения в школе Хогвартс, была травология. На одном из практических занятий в состав необходимого учебного оборудования входили наушники. Какое растение изучали юные волшебники на этом занятии? Наибольшее количество баллов в этом этапе соревнований получили команды «Физмат» 22 балла, «Патриот» 12 баллов, «Альтаир» 11 баллов. Как же «Физмату» удалось оторваться с таким большим преимуществом? Об этом мы спросили у капитана команды Софьи Ручкиной. Очень рады победить в первой игре нового сезона, на самом деле. Очень позитивный настрой был у всех команд сегодня и у членов жюри. Очень интересные вопросы сегодня были. В принципе, 22 вопроса. Мы могли, на самом деле, ответить на некоторые из тех, что мы пропустили. Но в целом довольны результатом, так как заняли 1-е место. Мы готовимся к каждой игре довольно основательно. Мы всей командой изучаем банк вопросов профессиональной лиги, что, где, когда, молодежных лиг, вопросы предыдущих лет в Белоглинском клубе, что, где, когда. Впереди у этих команд еще 2 этапа игры. До финала дойдут команды, набравшие наибольшее количество очков. Пожелаем ребятам удачи!